Саня, ты что так долго-то? Давай быстрее. Тут такой экшен. Я только, блядь, нажал клик, уже пиздец. Я только нажал клик играть, блядь. И тут просто пиздарики. Блядь, тут столько био-йогуртов сразу, земляничных. Саня, что-то у тебя тут все как-то хреново. Пиздец, тяжело. Почему? Все для людей сделано. Все для изи. Вот это веселье на самом деле так-то. Но если бы нас было 32, тогда было бы поинтереснее. Мы бы охуели патроны между собой делить. Ну, есть же пистолетики. Мы бы все вместе пистолетиками как сделали бы. Получается, 32 человека должны выстрелить меня по 5 раз примерно. Считай, с 5-го выстрела умирают противник. Я только взял один тессеракт, и тут просто пиздец. У нас такое типа, бля, не трогано. Угу. За эти срак. Тебя еще не рубит? Нет. Правильно, такой экшен, блядь. Пиздец. Да. Смотри, сколько, блядь, врагов. Ты посмотри вперед, блядь, что там творится. Я, блядь, давно не играл, я уже забыл, что это так охуенно. Реально. Неопытный человек может просто посмотреть, что он, не знаю, пена изо рта пойдет. Охуеет. Ты знаешь, мне кажется, видос должен... Жайт Рэй, ё, твою мать, сколько там этих зеленых. Угу. Этот видос должен держать рейтинг 18+. 18 крест. 18 крестов. 18 крест? Ага. Ну как говорил. Понимаешь, у меня даже глаза разбегаются, я не знаю, в кого стрелять. А ты начни хоть в кого-нибудь, а там потихонечку. А там... пойдет. Как получится. Ты начни стрелять, а там мышечку вправо, потом влево. Глядишь, может, кого-то и убьешь. За 10 еще секунд. Пушки, а прикинь, я бы это не включал 10 секунд бессмертия. Просто ноль поставил. Не нахер. Так, ну чё, сейчас отстреляли всех, давай займемся отстрелом видел, этих двух. Видел, что сзади находится? Да. И входит. Что не сказал-то, блин? Даже патроны заканчиваются. Блять. Блять, взял патрончики секретные. Получил пизды от земляничных йогуртов. Био-йогуртов, блядь. Да.
Ты вперед что ли ушел? А, ты вперед был? Блять. Я думал, это сокращенный путь. Типа, знаешь, как до подкрытия. По всей видимости, я убежал вперед. Если уже тоже все эти уровни, то не помню. Мы недавно проходили, ты чё? Так я уже забыл. Из-за того, что мы недавно с тобой проходили, я еще в соло это прошел. А уже не помню. Пиздец. Ты уже сама, походу, наизусть должен знать. Ну, скажем так, вот это я сейчас прохожу четвертый раз. Блядь. За последнее время третий. А зачем ты второй раз проходишь? Я фьюжн без модов, без всего проходил, соло. Нет, а Виапон-то ты чё, проходил еще раз, что ли? Нет, я не Виапон проходил, а еще раз говорю. Я думал, ты еще Виапон еще раз, блядь. Я ну, может быть, потом пойду да на одного. Зачем тебе это? Мы его и так прошли, и достаточно. Ну, я бы его на прошел на одного, ну, чтобы бесиков было бы побольше. Чтобы контент был. У нас еще... Если тебе нужен контент, у нас есть еще... Serious M Ultimate на Fusion и на HD. Serious M Unity на HD и на 3. Так что... Ну, если будем если проходить Ultimate, хочешь, то если... давай на Fusion начнем, потому что там его надо будет пройти, только... Нет, HD тут... и DLC. То есть мы BFE уже прошли. BFE... Ну да, да. Прошли. Да. Ultimate мы пошли на фьюжене, а в третьем, обычном, мы в него не играли. Он немножко... Нет, мы Ultimate на фьюжене прошли только BFE. Ну, не проходили просто, HD, просто... А просто этот BFE в отдельном. Он другой. Чуть-чуть. Я еще там... просто BFE даже не проходил. Mm-hmm. Что, ты долго там? Так ты отстреливай. Я пока патрончики собираю там. Все. Это понятно. Это понятно, мне бы кто патронов дал. Так ты тут по углам-то походи, тут знаешь сколько этих патронов. Блять, для снайперской винтовки. Ну да. А снайперка-то она нифиговая. Охуенно. Мне неудобно. Блять, я не успеваю подумать, меня уже ебошут. А? Я не успеваю подумать, меня уже убивают. Я только подумал, чтобы взять патрончики, а меня уже убивают. Убивай пока что верхних, из-за угла где-нибудь встань и снайперкой так тихонько, оп-оп-оп. Нормально? Ты уже тут, что ли? Да, давно. Я так аккуратно всех потихонечку выношу. Снайперку использую. На земле. Снайперку. На земле используют то, что сразу ебашит. А на крыше использую что-нибудь там, снайперку, там, чтобы отстрелить. Ой, ёптать, я уже не хочу выходить отсюда. На птице, вот, допустим, миниган хорошо можно использовать. Ну или лазерку этого на втором месте. Но если в тихую, то можно и это... Снайперкой.
А ты рычаги не врубал? Нет. Пока лучше не включай. Какие нахуй рычаги? Ты посмотри, что у меня творится. Ну я знаю, но пока лучше не включай, а то еще больше будет. Игра может просто тупо зависнуть и крашнуться от такого количества ебейшего. Бля. Почему тут синий факел? Блять, а? Тварь! Меня откинуло из-за неё. Из-за этого клира, блин. Бля. Чё у тебя там, Саня? Как делают? Чё у тебя там, Саня? Я йогурт. А у меня 4 руки. Блять, они еще и по 2 с каждой стороны стоят. Хорошо, что снайперка быстро стреляет. А то если бы у нее была такая пауза дикая. Так, еще один минус. О, отлично, ты уже этого херачишь. Так. Все, идем дальше. Фух. Блять, только хотел обрадоваться. Спокойная музычка. Угу. Thank you.
так. Ну что, Саня, что у тебя там происходит? Иры. Иры. Там по углам это, кстати, всякие эти плюшки лежат, так ты потихоньку собирай. Ну, вдоль стены. Что за мочи? А, так давай. Он стоит, тоже скучает. Вот это вот командная работа. Так, что у нас дальше тут? Нажимаем на кнопку? Не, давай всех отстреляем. Мы сейчас еще... Это, секреты можно собрать и можно брать кнопки. Ну, собирать кнопки. Нажать кнопки. Еще остался, кстати. Музыка спокойная. Я просто слышу птицу. Тоже слышу. А, блядь, так она за дверью. Вот, все, убил. Блядь, а я еще слышу. Их, видимо, куда-то откинуло. О, ты секрет нашел? Угу. О, я знаю, что ты за секрет нашел. Интересный. Угу. Но после него тоже не очень что-то следует интересное. Так, сейчас я возьму. А чё, не все? Тут еще один секрет должен быть. А вот он, да. Ты готов, Саня? Сейчас будет музычка. Сейчас будет рэпчик. Yeah. Вот здесь вот, иди на стрелочку. Вот сейчас музычка будет. Певец. Или ты брал уже? Да, уже собрал. Я уже там его брал. Ты бы сказал, но он... Я вообще не в этом... Я в процессе был. Mm-hmm. Секреты? Нет, еще один остался. А, нет, еще три. Я знаю только один еще. Видимо, автор еще куда-то здесь что-то запихал. Ладно, нажимаем. Не, я не знаю, тут еще трех секретов. Ну ладно. Так и быть. Что, кнопка-то только одна была? Две. Давай, блядь. Отстреляем. Здесь, короче, есть секрет. Я не знаю, как его взять-то. Там вот платформа есть, и вот на нее как-то надо попасть. Готов? Погнали. Ну, погнали. Блять, не получилось. Ну ладно.
А, блядь, я не попал на эту площадку.